В воскресенье вечером в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ, расположенной под Омском, обрушились пролеты перекрытия одной из секций. Пострадало более 40 военнослужащих, в том числе и копичанин Сергей Авхач, который был призван в армию в конце июня. Он просился именно в ВДВ. Так как в той части находится, то есть учебный корпус, именно вот ВДВ, его туда и отправили. Он просто с детства мечтал ВДВ, вот он и пошел туда. Присяга была в субботу в 9 часов утра. То есть вечером мать его забрала на суд, мать была на присяге, забрала его на сутки. Сутки он с ними пробыл. Буквально 8 часов вечера они его привезли на запись. Все это произошло. Он сейчас в Москве, состояние у него не очень. Он ночью сделали еще одну операцию. Он в данный момент находится под аппаратами, в себя еще не пришел. Мы узнали об этом вообще сами, чисто случайно, просто видели в новостях, что завалилась часть. Рели в интернет просто и увидели в списках его имя. Да так-то помощи никакой пока не надо. Ждем, сидим сами на Иегове. То, что можно попросить капельстян, чтобы они за него помолились. На момент подготовки сюжета Сергей перенес уже 3 операции. 2 в Омске, 1 в Москве. Но пока еще не приходил в сознание. Родители военнослужащего находятся в столице, чтобы поддержать сына, когда он придет в себя.